Ну что, дорогие друзья, всем привет, вы готовы? Только что начался новый сезон Brawl Pass и новый сезон трофейной лиги. Прямо сейчас я заберу все свои награды, и мы посмотрим, что там обновилось в магазине, что там за Brawl Pass. И сейчас, ребята, я первый в мире прокачаю нового бойца Джанет до фула прямо в видосе. И я расскажу, как тебе забрать этот подарок бесплатно совершенно. Смотри ролик до конца, пожалуйста, поставь лайк, если ты еще этого не сделал, и нажми кнопку подписаться прямо сейчас. Трофейная лига закончилась, я не играл, поэтому кубки сбросились, и еще минус 2000 трофеев улетает, и меняются они на старпоинты. Но нас интересует не это, нас интересует новый сезон БП внизу, вы видите? Жмякаю поскорее, и у нас... боже мой, кайф, 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 кайф. Короче, новый Brawl Pass, Extreme Show, 12 сезон. Я сейчас, ребята, его куплю, но я его куплю, наверное, впервые не полностью. Я всегда покупал Brawl Pass полностью. Раньше, ну, было поспокойнее время. Сейчас, конечно, немножко не так, сложные времена. Я лучше эти деньги потрачу куда-нибудь нужнее, помогу кому-нибудь, потому что много людей нуждаются в помощи, так как у меня в стране сейчас идет война. Поэтому я... пол Brawl Pass куплю, и при этом я еще сделаю конкурс. Короче, смотрите. Давайте зайдем в магазин, посмотрим, что в магазине. Нажимаем магазин. Так, что у нас здесь? Новый спрей. Очень выгодные ящики. Мы их по-любому сейчас будем покупать, чтобы прокачать бравлера. Короче, у меня есть 800 гемасов. Давайте сделаем с вами следующим образом. Я думал, это у меня интернет, оказывается, скорее всего, сейчас перегружены сервера, потому что лагает ужасно Brawl Stars, я ничего сделать не могу. Все сейчас зашли в игру, и все хотят узнать, что там за прикол такой с новым Brawl Pass. Короче, давайте сейчас отлагает, я вам покажу. Я уже так сижу пару минут. Блин. Ура, купились, точнее, забрались эти удвоители жетонов. Короче, друзья, покупаю Brawl Pass. Легендарный момент, просто какая пушка. Этот Brawl Pass, это, не знаю, настолько ценная штука. Я считаю, что обязательно, если у вас есть возможность, Brawl Pass на 2 месяца надо покупать. Я сейчас его куплю, сразу активирую на 10 степов. И, да блин, бравлер испортил легендарный момент на 10 степов. Но что делать тем, у кого нет возможности купить Brawl Pass? У вас... друзья, обращаюсь к тем, у кого нет возможности. Если у меня есть такие зрители, кто хочет Brawl Pass, но у него нет возможности самому купить, у меня для вас мега новость, мега новость. Я думаю, вы видели на превьюшке акцию, где бесплатная Дженет, Brawl Pass и так далее. Эта акция, она не в магазине, это от меня подарок, это я лично для вас кое-что подготовил. Смотрите сюда, друзья. Делаю вот так. И посмотрите, что у меня в Телеграме. Ребята, у меня бот, который дает Brawl Pass совершенно бесплатно. Ты просто переходишь по ссылке в описании, нажимаешь «Хочу Brawl Pass» и смотри, какое окошко всплывает. А, блин, оно у тебя на экране не показалось. Но пишет, теперь вы участник розыгрыша. Все, табличка такая всплывает. И все, 7 числа уже будут результаты и вам выдадут деньги на Brawl Pass. Но, что нужно сделать, чтобы его получить? Все просто. Во-первых... поставить лайк, подписаться на канал, перейти в мой телеграм и нажать «Хочу Brawl Pass». Но это еще не все, это еще не все. Вам надо в магазине, ребятки, ввести код автора. Аурум. Аурум. Давайте поддержим Серегу. Введите в магазине, вам не трудно. Боже, как все лагает. И бонусом для того, чтобы введете код Аурум, у Аурума в телеграме такой же точно бот. И также точно выдает Brawl Pass. Поэтому в описании ссылка на мой Brawl Pass, на Brawl Pass Аурума. И если ты хочешь его получить бесплатно, ныряй к нам в телегу, мы его тебе подарим. А я подожду, когда отлагает, и куплю нового бойца и прокачаю его на фул. Поехали. Так, ну что, поехали, друзья, поехали. В общем, заходим в Brawl Pass. Я купил 10 степов и еще куплю до... надеюсь, мне хватит гемасов до нового бравлера. Конечно, очень печально, что я весь Brawl Pass не смогу сейчас на видос купить, но я буду выполнять квесты, я по-любому буду проходить Brawl Pass, а мне по-любому донатить придется. Мне все равно не хватит гемасов. Сейчас объясню, почему. Посмотрите, мне не хватило.
хватило одного степа. Но я в любом случае сейчас куплю гемы, потому что я буду сейчас открывать ящики. Осталось только определить, сколько гемов купить. Ну, хочу минимально потратить и максимальный профит получить. Честно, не знаю, не просчитывал. Короче, я решил сэкономить, купить всего лишь 360 гемов и надеюсь, что не будет такого, что, как говорится, скупой платит дважды. Надеюсь, мне хватит этих гемасов. Во-первых, они не донатятся, потому что серваки лагают. И я не знаю, как мне купить Джанет. Я задонатил. И вот у меня как бы деньги снялись, но не купилось. Что за дела, объясните мне. Brawl Stars, что с тобой? Гемы не купились, в игру не заходит. Ура! Я перезашел в игру, наконец-то все, я смогу получить того самого легендарного. Я считаю, что он легендарный боец Джанет. Ну что, вы готовы? Тот самый момент. Иди сюда, пусечка, иди сюда. Куча скринов. А, боже ж ты мой. Как с ружа. Мне надо какую-то такую кнопку специальную, чтобы я мог каждый кадр фотографировать. Обалдеть, все. У меня этот боец бесплатно. У вас тоже. А, не, мне не бесплатно, блин. А вам бесплатно, вам бесплатно. Вы-то можете порадоваться. Летите в телегу, блин, к Ауруму ко мне, участвуйте. Это имба. Так, ну что, давайте сразу ее, значит, смотрите, закинем сюда сейчас все старпоинты. Конечно, очень печально то, что самое больше всего старпоинтов дальше в Brawl Pass, там по 500, по 200, ой, по 175. Но, знаете, вот тот момент, когда у тебя нет денег, я теперь выполняю квесты, я никогда их не выполнял. Я вчера сидел, выполнял квесты, старый Brawl Pass проходил. Вот, так что теперь я... Ребятки, один из вас, я теперь, ну, на полу донатер, конечно, но скоро вообще донатить не буду в игру, поэтому будем скоро вместе с вами квесты выполнять. Так, что у нас тут? Давайте соберем, окей, ящички, без проблем. Гаджет, я думал, что гаджет уже выбил на Джанет, я вроде еще даже не прокачал. Так, хорошо, бонусов больше нет, забираем. И Джанет, ой, и гаджет на этого, хорошо. Прошлый сезон, меня интересует прошлый сезон. И меня интересуют именно значки. Сколько вообще очков силы надо на то, чтобы прокачать на фул бойца? По-моему, 2400 очков силы. Но я могу ошибаться, сейчас заодно и проверим. Чтобы с нуля выкачать бойца на 11 левел. Я хочу с гирсами, я не просто хочу на там пассивки и гаджеты получить. Я хочу фулового бравлера. Вообще, чтобы, ну, сразу с гирсами вообще полететь. Но для этого мне надо сейчас куча всего собрать, ресурсов. Так, ну это все, получается. Я уже собрал все, что можно, очки силы, наверное, да, по идее. Ну, может, где-то что-то пропустил, но вроде все собрал. Вот, самое интересное, это, конечно, дальше. Но у меня тут... Так, секунду. Так, давайте, наверное, прокачаем бойца, потому что если я сейчас буду открывать уже сундуки, то мне желательно бы уже хотя бы гаджет как минимум выбить. Ну и заодно посмотрим, на какой левел я уже могу прокачать. На 8 левел я могу прокачать. Почему-то... А, во, я только хотел сказать, где мой подарок? Очки силы, а у меня, оказывается, просто бойца не было, из-за этого подарка у меня не было. Все, 150 еще в копилочку. И на 9 левел бабах! Итого мы можем уже выбить и пассивку, и гаджет. Ну что ж, приступаем. У нас есть очень выгодные акции. 20 мегабоксов. Я надеюсь, что мне этого хватит, чтобы полностью выкачать Джанет на 11 левел. Смотрим. Итак, 126 очков силы. Так, 160. Да, по-любому хватит. 100%. Все, Джанет фуловая. О, гаджет на Джанет, ура! Все, так, осталось пассивку выбить. Так, 98 очков силы. Пассивка сходу, боже мой! Все просто, все, осталось только теперь левел. Так, все, на 10 левел она уже доступна. Так, 800 и там 1400, да, надо? Ух, да не, я неправильно посчитал, наверное, больше 3к с нуля, если так качать. Так, ну окей. Значит, ого, сколько надо еще. Блин, а может не хватить. Ну, буду надеяться, потому что падают очки силы только на нового бойца. Плюс гирсы падают. Сейчас надо еще определиться, какие гирсы на него вкачивать. Но это такая тема, на самом деле, несложная, потому что, на самом деле... Три гирса рабочих, и все они в зависимости от... ух ты, блин,
Этот боец максимальное количество сил. А куда мне? И куда? 98 очков. Куда мне их... И куда мне их деть? В смысле? А что мне делать с этим? Алло? Ребята, а это задачка. Что мне делать? Куда мне деть очки силы? У меня фуловый. Что делать в такой ситуации? Надо перезайти в игру. Я попал в тупик. У меня все бойцы фуловые. Фух, я уже думал, меня просто не пустит. А, понимаете, у меня просто были эти очки силы, когда персонаж еще был не фуловый. Все! 11 левел, сюда подошла барышня. Итак, берем ее, вот она. И давайте гирсы. В общем, с гирсами я посоветовался, покумекал. В общем, ну, все зависит от того, на какой карте играть. Если у них более универсальный, то надо качать щит и надо качать урон. Можно, конечно, и зрение качать. Вот. Ну, я давайте щит полюбейший. Это вообще всем рекомендую. Это самый топовый. И урон, либо глазик. Вот тоже вопросики, вопросики. Вот. Ну, наверное, урон. Наверное, урон. Или давайте посмотрим, какие карты у нас сегодня. Где мы будем ее апать. Я, кстати, сразу запускаю трансляцию. Ага, кустики есть. Кустики есть. Так, да в целом... А в гемах? Да, я думаю, урон. Урон, потому что вряд ли мне пригодится... Короче, урон. 100% урон. Давайте сразу его на... Все, просто два гирса железно. Посмотри сюда, родной. И не упускай шанс. Ты почему еще не участвуешь в конкурсе? Лайк, подписка на канал. Подписка на мой паблик, на Аурума паблик. Код Аурум. И хочу акцию. Все, брат, и ты. Ну, на 2 месяца получаешь Бравл Пасс. Да, конечно, мы тебе не будем Бравл Пасс проходить полностью и покупать его полностью. Ну, ты сам будешь это делать, я тоже буду этим заниматься. У меня тоже нет денег его купить полностью. Я буду так же, как и ты, выполнять квесты. Да это круто, это же даже интересно, блин, в чем прикол его купить? На самом деле, я вот сейчас только ценность понял Бравл Пасса на 2 месяца. Вот эти все награды, спреи новые, вот эти все спреи. Кстати, тут спрей новый где-то был, да? О, новый спрей вы получите. Это круче. Бравл Пасс лютый, ребята. Короче, я пошел собирать Тиму, запускать трансляцию, и приходите ко мне на стрим. Друзья, единственное, что кто досмотрел до этого момента по поводу трансляции, я хочу сразу вас предупредить, что я не уверен, что у меня не будет лагать стрим, я не уверен, что у меня не будет просадка кадров. Здесь у меня интернет 7 мегабит на upload, то есть на выгрузку, и это очень мало, и мне придется качество, во-первых, урезать стрима, и он подлагивает. Ну прям, ну вообще этого недостаточно, к сожалению, и я ничего с этим поделать не могу. Я ж не могу вам сделать 480 или 360 качества стрима, кто это вообще будет смотреть? Придется делать 720, но не знаю, вы видели на стримах, у меня просадки были. Надеюсь, апну, запускаю пуш, сколько получится, не обессудьте, если у меня вдруг пуш пойдет не по плану и стрим тоже пойдет не по плану, потому что я не дома и у меня здесь нет комфортных условий, но в любом случае я попытаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, я пошел пушить нового бравлера, боже, я его прокачал на фул, байкер Карл, боже, я еще даже куча сундуков тут не открыл, жесть, реально, мне хватило этих гемасов, и я рад. Кстати, еще подарок не забрал. Надо бы успеть забрать подарок, а то он скоро пропадет. Жду всех на стриме, что смотрите, пока!